подопечные шагали дорогой светлой, радостной, большой, до свадьбы их серебряной вначале, ну а потом до свадьбы золотой. Дорогие свидетели, я попрошу вас выйти сюда. Вам предоставляется слово. Пожелайте, пожалуйста, молодым. Прежде всего, хочу в вашей семейной жизни пожелать, чтобы вы слышали друг друга, искали компромиссы в каких-то там сложных ситуациях или в хороших ситуациях, уступали друг другу, любили, это само собой. Если это все сочетать вместе, у вас получится идеальная, долгая и счастливая семья. Удачи вам, любви, процветания. Ира, сестренка моя любимая, я поздравляю тебя и Сашу с этим замечательным днем. Желаю вам счастья, мира, любви, долгих-долгих лет вместе. Я случайно любя вот эту мою племяшку любимую, которая сидит. Я очень хочу, чтобы она вас ролика отрожила. Я люблю вас. Поздравляю. Горько! 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Каждый раз все лучше, да? Пусть знают наши молодые секреты свадебных затей, что часто в гнездышки пустые приносят аисты детей. И доставляют их в капусте, или заносят прямо в дом, чтоб ни спокойствия, ни грусти не заводилось в доме том, чтоб чаще птенчики водились, семью преображая вашу. Дорогие молодые, кого вы хотите первого, мальчика или девочку? Нет, все-таки мальчика или девочку? По мальчику, мальчика. Папа мальчика. Девочку. А мама девочку. А гости? Обоих сразу. Мальчика! 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 Аплодисментами тут не поможешь. Девочку, девочку! Аплодисментами и криками не поможешь. Сейчас я вручаю свидетелям. Дорогие гости, кто хочет, чтобы первой в семье была девочка, бросает вон сюда, поворачивая ленточками сюда, с розовыми ленточками, свидетельницы. Кто хочет девочку, а кто хочет мальчика первого, бросает свидетелю вот с синими ленточками. Итак, на раз, два, три, когда начинается музыка, дорогие гости, приготовились, все бросают. Юля, а наши девушки где? А это не проблема. Итак. Раз, два, три. Поехали. Девочку ложи. На двойнят. Так, ну что? Ух ты, целая барсетка, да, неплохо. Это же не положено. Это ничего не значит, может там пусто. Итак, дорогие свидетели, я вас попрошу подойти к столу и подсчитать, кто будет первый, девочка или мальчик. Барсетка оценивается в два раза дороже. А кто считает? Дорогие молодожены, пока идет подсчет финансов,
Наливай. Я вам предлагаю показать на ромашке. Ромашка. Там уже все разгадано. Сейчас вы распределите свои семейные обязанности. Итак, вы пока молчите. Итак, по очереди выбираем лепесточек ромашки и зачитываем вслух. Решайте, кто первый. Да, выбирай лепесточек и зачитывай. Там задание. Не задание, а распределение обязанностей в семье. Стирать и гладить две одежды. Я тебе поздравляю. Паша. Читай. Кофе спасибо, не будешь продавать. Я еще продаю, так же не надо. Послушная твоей половиной буду я. Куда ты денешься? С подводной лодки. Что такое, Саша? Давай я. Заботиться о состоянии детей буду я. А ты говоришь себе. Тратить деньги буду я. Уборку квартиры буду я. А на всех квартиры. О боже. Зарабатывать деньги буду я. Ладно, я поубираю. Там делать ремонт в квартире будешь ты. Ну ладно, вместе. Тушить 40 поцелуев будем вместе. Я сама. Браво. Саша, читай. Мыть посуду будет не я. А ты зажги, что раз ты же. Конфеты и цветы мне будешь дарить ты. Я согласна. Хорошо. Ты что, дебила? Понял. Готовить завтраки, обеды и ужины будем вместе. Ура, точно понравилось. Кто-нибудь умеет готовить? Ездить в отпуск будем вместе. Последняя партия. На огороду, на первую тут ровно. Я столько не знаю. Нет, Саша, ты... Пойдите в театр, на концерт или в кино, вы меня будешь водить ты. Будешь спонсором. Я буду читать газеты и журналы. Они уже. Так, ну что, обязанности распределили. Аплодисменты молодым. На самом деле, конечно же, не судьба за все родителей.
А еще хочу пожелать вам, чтобы дети повзрослев видели в ваших глазах такой же блеск и такую любовь, как сегодня. Выпьем за любовь. Забыли слово главное на сегодня, да? Горько! Горько, молодые! Самые счастливые. Ёка-ёка.